Хотите процветания и изобилия? Тогда сконцентрируйтесь, сосредоточьтесь на том, что у вас есть в изобилии, и благодарите за это. Это один из секретов, который помог достичь процветания и изобилия многим людям. Вот что пишет Джон Кеха о том, как ему удалось из бедного человека превратиться в мультимиллионера. «Позвольте мне рассказать, как я впервые стал программировать себя на успех. Я жил в маленькой хижине глубоко в лесу, без электричества и водопровода. У меня не было денег, но я понимал принципы благополучия и начал программировать себя. Я рубил дрова и все время чувствовал благодарность за царившее вокруг меня изобилие. Складывая дрова в поленницу, я говорил, у меня ни одно полено, ни два, ни десять, а огромное количество. Огромное количество поленьев, чтобы согревать меня. Когда я завтракал, обедал или ужинал, я восхвалял себя и нашу Вселенную за то изобилие, которое у меня было. Если передо мной стояла чаша с виноградом, я пересчитывал каждую виноградинку, одну за другой. У меня была не одна виноградинка, не две, а огромное количество виноградинок. Гуляя по лесу, я везде видел процветание. Поля, покрытые тысячами диких цветов, деревья, птицы и дикая природа, всего в изобилии. Природа, несомненно, была щедра. И несмотря на то, что у меня не было денег, я сосредоточился на изобилии. Я знал, что если настрою свое сознание таким образом, то это изобилие очень скоро появится. Сначала я зарабатывал немного денег, но затем все больше и больше, пока наконец деньги не хлынули рекой. Прошло лишь 5 лет, как я жил в хижине без электричества и водопровода, и вот я развлекаю своих друзей в президентских апартаментах одного из лучших в мире отелей. Я въехал в него на целый месяц, деньги не являлись более моей целью. Мысленно оглянувшись назад, я вспомнил, как впервые начал программировать себя на успех, и посмотрел на плоды, которые это принесло. Начните программировать себя на успех прямо сейчас. Я начал это делать, будучи в глубокой бедности. Нет такой ситуации, в которой вы не могли бы начать программировать себя на успех. Начинайте прямо сейчас контролировать свои мысли и настраивать их на изобилие. Это никто не сделает за вас. Старайтесь питать свое подсознание мыслями о богатстве и изобилии каждый день. Концентрируйтесь на изобилии, и его будет становиться все больше и больше в вашей жизни.